Приветствую вас на канале Asmodee Play. И мы начинаем Call of Duty Modern Warfare 2. Думаю, правильно прочитал. Modern Warfare 2. Итак, у нас компания. Ну? Что у нас тут? Это как-то пропускается? Новичок, сэр. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Давайте разглядим получше, какое задание нам дадут. Нет, действительно, смотрите, это непропускаемое. Николай сейчас в аду. Проводим его? Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Позаботимся о наших друзьях. А, да-да-да, ядерные бомбы, да, помню. Захаев. Захаев. Руку отстрелил. Ай-яй-яй. Ну что ж, бывает, что ли? Не корости ради. Моя рота на их руках. Не понял, почему не пропускается? Правообладатели поналетят нахрен. Ладно, посмотрим. Так. Ну это мы все помним, да? Как лазили, как спасали, как убивали его. Кто? Закаев, Захаров. Было дело. Ну что, пятый день или что, я даже не знаю, как я английский не очень. Пятерку понял только. Что пять. Ну давайте. Суть. Москва. Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются. Приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Естественно. Мы дрались бок о бок с русскими. Они ненавидят нас за это. Историю пишут победители. Это что там такое? Лично я думаю, что мы победили. Поставили на Красной площади. Уничтожаешь одного врага, ему на Герой Новой России. Более опасный. Имран Захаев. Новые страны. Новые цели. Новая идеология. Вчерашние враги, нынешние новобранцы. Учите их сражаться. Ох, что за бред? И молитесь, чтобы они не возненавидели вас за это. Ну давай, что ты, суть задания-то расскажи. Понятно. Армия, ранг. День другой, беда все та же. Вы знаете, чего я ищу, сержант Фоули? Будьте начеку. Будет исполнено, генерал. У нас сегодня занятие с новобранцами на полигоне. Итак, а я напоминаю вам, что вы находитесь на канале Asmodee Play. Это у нас Call of Duty Warfare 2. Кто она там? Сейчас рядовой Алем быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины. Ну-ка, давайте посмотрим. Управление поменяем сейчас. Вы выглядите как придурки. Рядовой Ален, что я имею в виду? Развернитесь и стреляйте по мишеням. Понятно, что я имел в виду. Дождь, пуль повсюду. Но? Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Давай. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишеням. Блин, не то нажал. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Укрытие малой прочности. Вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. И последнее, по счету, но не по значению. Осколочная граната.
Рядовой Алленс, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранаты так, чтобы поразить сразу несколько целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Ну, это естественно, дурачком надо быть, чтобы вверх по склону. Спасибо, рядовой Аллен. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит... Страшно? Ну, давайте пройдем КМБ. Это, кстати, вот моя любимая часть Call of Duty. Ну, рядовой, с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Сделай одолжение, выбери пистолет. Да, я выбрал. Видел, как быстро? Видел. Выхватит пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. Давай. Я смотрю Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Да меня все устраивает. Зачисти первый сектор. Ну, давай. Просто смени оружие. Это быстрее, чем перезарядка. Прекрати стрелять от бедра. Смотри прицел. Все чисто. Теперь в здание. Давай. Прицеливайся, рядовой. Главное, что смог. Рукопашную. Нажал. Все чисто. Прыгай. Куда? Давай, вперед. Беги к выходу. Время. А, все-таки один гражданский был убит. Ну и хрен на него. Сойдет. Да? А мне куда надо садиться куда-то? Куда-то садиться, я помню, надо. Нет? Ох, чувствую, вот на этих всяких... Блин, меня это... С этими авторскими правами задолбят нахрен. А ведь просто ролик, блин, и никак эту загрузку. Ну, обрезать, конечно, можно, но... Мало ли, вдруг тут инструктаж будет показывать. Мы самая мощная армия в истории человечества. Каждая битва – наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. О, это я. Легенд. Герой, это я. Историю это мы любим. Пишут победители. Конечно. За работу. Вот на Ютубе я и прописываю. Давай, козлина. Я тебя знаю. Рейнджер, ведите. Еще и меня же толкает, падла. Ладно. Ну-ка, кстати. Да что мне нет, мне звук надо. Ну то прям. На. На. Чё, не попал что ли? Попал же. Где, вижу. Прием. Ждем.
Давай, мне только поддержаться здесь надо. Уже. Вас понял, Хантер 2-1. Начинаем заход. Цель подтверждена. Давайте. Здесь ничего нету. А чё вы сидите, мудаста война? Вы сидите тут. Перекур устроили. Ага. Подождали, да? Падла. Давай. Да мне не надо ваши, господи, утехи-потехи. Кто там? Ну я так я только что разогнал там. Давай, едем, едем. Вас понял, Хантер 2. Вот сейчас-то у меня будет. Подожди, тут арбузы где-то были, сейчас. Следите за крышей. Там могут быть противники. Это потом. Какой крыши тут? Да что тут видно? Пыль одна. О, танк ушел. Спокойно, ребята, это дикий зад. На. Следите за переулками. Прикрываем. Вон они дразнят нас. Только арбузы подлетели. А дыни. А я и не стрелял, по... Бля! Вас понял, Хантер 2. Ладно, будем ждать тогда. Хантер 2, осторожнее с гражданскими. Не открывайте огонь первым. Как рухнет тут сейчас здание на нас вот это вот. Следите за крышами, там могут быть противники. Целый город вы хотите прямо окружить? Ничего, тут чисто. Как? Да и нахера? Так, ладно, опять, стой, 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 а то опять скажут, что я в кого, в кого-то якобы стрелял. Он Финет. Вообще не стрелять. А так охота. Машину попортить. Спрятался. О. Ну и кто здесь был-то? Кого я потревожил? А, он за стеной был, падла. Нет, просто наблюдаю за нами. Это пока что. Зуб даю, это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Еще как значит. Мне многое не надо. Сомнения хватит. Не вижу, всем хантерам это сержант Фоули. Приготовиться к бою. У нас тут знание. Готов. Сейчас подобьют нас по-быстрому, подождите. Сваливаем. Давай, 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 беги. Блин, ни хрена не видно так-то, по идее. Свои чужие ни хрена не разбираешь. Почему взрыва не произошло? Да подождите вы, дайте я домой забегу. Нет,
Вот так. Подождите минутку. Меня то, что за окном, не очень волнует. Давайте. Идите вперед, я вам прочистил там дорогу. Ай-яй-яй-яй-яй. На. Блин, задание выполнено. Ну и что, ваше задание выполнено? Сейчас, подождите. Перезаряжусь. О, давайте, а то все я, да я. А тут такая помощь. Она ходила голой по лестнице и хотела даже повеситься. Что-то я не понял, кто там стрелял-то по мне. Еще. Сейчас, подождите, перезаряжусь. Че, не перебили еще? Какая досада, меня ждали, да? Так, что у меня? Почему им показано патронов сколько? Давай. Ага. Вот здесь вот, по-моему. Давай. Да вот, за углом же он стоит, стреляет-то нахрен. Правильно? Но вы не можете попасть, да, в него? О-о-о-о-о. Один он здесь был? Ага, все. А вы-то не воевали, да? Меня одного отправили. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!